Я сейчас хочу попробовать. Вопросы задавали, а я на вопросы себя отвечаю. А изменится ли заредукторная при заморозке? Теоретически измениться не должно, в связи с тем, что редуктор – это механическое устройство, и свойства воздуха на него влиять не должны. То есть он тупо отсекает по давлению, в связи с тем, что там он работает за счет пружинных шайб. А как это в реальности будет, так же через сутки узнаем. Значит, стенд. У нас редуктор здесь настроен на 132, ну, чуть больше 130, да? Давление 170. Давление, ой, 270. Соответственно, я кладу это в холодильник, в морозильник. Вот так. У нас сейчас минус 16. Ну и завтра посмотрим, откроем и посмотрим. Если у нас все останется по-прежнему, значит дело только в свойствах воздуха. А если нет, значит отган делает херовый редуктор. Спасибо. Итак, сутки прошли, аж не терпится узнать, что там у нас получилось. Давление поменялось или нет за редуктором или нет? Давай. Так, мороз у нас минус 16. Ага, сильно упало. 150. А было почти 280, я не помню сейчас. А, холодная. Так, и здесь у нас 130. Угу. То есть из этого делаем вывод, что физические изменения физических свойств воздуха в связи с изменением температуры никаким образом не влияют на характеристики механического редуктора. То есть он как отсекал 130 после себя, так он отсекает 130 вне зависимости от плотности воздуха. Поэтому изменение скорости, оно обусловлено только изменением физических свойств газа, а не потому, что там за редуктором меньше стало, больше или прочее. Спасибо.